Вчера в Череповце Ольга Бузова выступила перед своими поклонниками. У певицы продолжается гастрольный тур по Вологодскому региону. Экстравагантную Ольгу сопровождают интересные истории на всех выступлениях перед зрителями. В городе металлургов певица перед самым концертом ощутила недомогание. Из-за резких болей ее срочно обследовали медики. Все равно, превозмогая боль, Ольга блестяще провела концертную программу, осчастливив своим присутствием тысячи граждан Череповца. Восторгу фанатов не было предела. СМИ сообщили об этом накануне. Череповец приветствовал Ольгу Бузову громкими овациями. Всех зрителей растрогал забавный случай с фанатом певицы, мальчиком-подростком, которого Оля пригласила к себе на сцену. Маленького фаната сильно поразило и растрогало близкое присутствие своего кумира. Из его глаз непроизвольно брызнули слезы. Как ни пыталась его разговорить Бузова, подросток только плакал. Потом к нему все-таки вернулось самообладание. Парень с успехом побеседовал с предметом поклонения. Даже спел песню в составе дуэт. Ольга Бузова выразила свои теплые чувства к Вологодской области. Певица пообещала зрителям скоро приехать снова и показать обновленную программу.